Здравствуйте! Сегодня на обзоре рюкзак MP30 от Nightcore. Новая разработка располагает габаритами в 58 на 27 на 17 сантиметров, при общем объеме в 30 литров. Рюкзак сочетает в себе возможность вертикальной загрузки через откидной клапан по типу походного рюкзака, но при необходимости можно полностью открыть грузовое отделение. Этот вариант обычно используется в тактических рюкзаках. Кроме того, при полном отпирании в рюкзаке расходятся в стороны еще и боковые стенки, что еще больше упрощает процесс организации носимых вещей. Достигается это при помощи двух молний UKK, которые вшиты по обеим бортам через весь периметр передней части рюкзака. Соответственно, бегунками замков можно настраивать длину клапана, который необходимо открыть. Это простое и гениальное решение позволяет очень быстро достать нужную вещь через верхний клапан, при этом не отпирая весь грузовой отдел. Да и сам откидной клапан представляет из себя органайзер, где изнутри имеем два сетчатых компрессионных кармана. Понаружи верхней части расположен отдел быстрого доступа с сетчатым карманом на наружной стенке и тремя карманами с обратной стороны. И все это накрывает верхнее эластичное крепление на кулисах для размещения в быстром доступе перчаток, шапки, дождевика и прочих соразмерных вещей. Ниже с внешней стороны клапан оснащен накладным карманом на молнии, поверх которого врезан еще один карман с боковым входом, также на замке молнии. Торцевые и фронтальные периметры снабжены молли-панелями, которые исполнены по технологии LaserCut. В верхней фронтальной части рюкзака молли-панель имеет накладку на велкро, где можно крепить информационные шевроны и патчи. Центральный грузовой отдел по всей своей площади оснащен молли-панелями LaserCut, благодаря которым рюкзак можно превратить в удобный органайзер. Задняя стенка имеет огромный карман на замке велкро для размещения гидратора. Там же по правую и левую стороны имеется отверстие для вывода наружу шланга гидросистемы. Обратная сторона центрального отдела – это мощная каркасная спинка с двумя сетчатыми подушками с пенным наполнителем для переноски рюкзака на дальние дистанции. По правую и левую стороны имеем 4 боковые утяжки на фастексах, которые при большой загрузке не позволяют разойтись молниям. Рюкзак исполнен из кордуры с линейной плотностью 500 ДНЕ, что предусматривает использование его в жестких полевых условиях. Имеем два варианта переноски. Первый и основной – это заплечные при помощи двух мощных лямок. Второй предусматривает верхние, нижние, правая и левая ручки для транспортировки по типу кейса. Плечевые лямки, усиленные прочной нейлоновой стропой, имеют демпферные подушки с пенным наполнителем и вентиляционной сеткой. На стропах вшиты системы быстрого сброса на фастексах. В верхней и нижней зонах имеем систему вертикального подгона лямок по растопке. В центральной части установлена съемная грудная стяжка на том же фастексе. По низу демпферной системы в специальном сквозном кармане на велкро-замке можно крепить съемный стяжной пояс. И, наконец, в самой нижней точке рюкзака имеется сервисный карман на молнии для хранения защитного кофра. Теперь для самых терпеливых и внимательных зрителей, кто досмотрел это видео до конца, хочу сообщить хорошую бонусную информацию. При заказе у официального дистрибьютора Nightcore Украина вы можете назвать по буквам продавцу полное название YouTube-канала Каркаран Ау и тут же получаете скидку в размере 10% на все товары, которые вы сможете найти на сайте nightcore-ua.com.